Всем приветик! Посылочка пришла мне с сайта Джум. Это должны быть камушки для ногтей. Да, это они. Решила попробовать заказать камушки для ногтей, тем более, что весь этот набор стоит всего лишь 16 гривен. То есть это просто копейки. У нас в салоне один камушек, вот такой, кстати, не больше размером абсолютно. Здесь разный, кстати, размер, есть помельче камушки, есть побольше камушки. Но у нас в салоне, в котором я раньше делала постоянно ногтики, и потом уже ушла к тому мастеру, у которого делала, в общем, стоит один камушек 2 гривны. А теперь вы понимаете, да, разницу? Это все стоит 16 гривен весь набор, и один камушек 2 гривны. Ну, разница, конечно, видна. Что хочу сказать. Мелких камушков, естественно, намного больше, чем крупных. Сейчас я хочу это все открыть. Совсем такие малыши камушки. С этой стороны идут крупные камушки. Давайте достанем, чтобы все не высыпать, крупные, да, камушки. Посмотрим, что там. Ну, в общем, я даже не буду не то что считать, даже пытаться. Потому что их реально здесь много. Ну, допустим, вот. Посмотрим на их, собственно говоря, качество. Ну, собственно, что можно сказать про камушки? Вот я высыпала, не знаю, сколько здесь штук. В общем, ну, высыпала один вот этот блок, так сказать. Это не самые крупные камушки, это камушки среднего размера. Я их, правда, так увеличила, но сейчас я положу на ногтик, и можно будет вообще понять, какой это размер. Скажу я вам, что один камушек попался с браком. Вот он. Вот он, этот камушек. То есть он не до конца вообще как сделан. Вот это бракованный камушек. Все остальные камушки замечательные, хорошие, блестят прекрасно. Сами камни мне очень понравились. То, что, конечно, много мелочи, ну, кто-то любит мелкие камушки, можно комбинировать мелкие с крупными, но я обычно либо средние себе делаю всегда, либо крупные. Мелочи я как-то не сильно приветствую. Довольно-таки крупные, даже вот они не как средние, а как крупный размер, а то вообще, наверное, как гигантские какие-то. Как-то вот так я их просто выложила, чтобы показать, как они смотрятся на ногтики. Просто шикарно. В общем, я считаю, что такую мелочь, как камушки, они переливаются, несмотря на то, что... Да, я их не приклеила, они поэтому сыпятся. Они переливаются. В общем, по поводу товара я очень довольна. Доставка была больше месяца, где-то примерно полтора месяца, но сам товар просто шикарен. Всем советую этого продавца. Все пришло, упаковано аккуратненько, ничего не рассыпано. Практически нет никаких дефектов в камнях, ну и за исключением там какого-то маленького процента. Это естественно. Коробочка, все шикарно. Всем советую. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мои соцсети, пишите комментарии, пишите ваше мнение, что вам нравится, что нет, понравились ли вам эти камушки. И всем пока-пока!